Во Владивостоке прошел форум «Семья на первом месте. Эффективная система профилактики социального сиротства». Перед началом форума глава региона в двустороннем формате встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Форум окружной, дальневосточный, даст возможности нам поговорить об актуальных вопросах семьи, укрепления семейственности и, безусловно, решение тех задач, которые связаны с уменьшением и социального сиротства. В то же время нам нужно посмотреть по развитию кадрового потенциала социальных служб, как это сделать. И самое главное, чтобы было меньше неблагополучных семей. В то же время проводить большую работу с теми семьями, которые ведут асоциальный образ жизни, с тем, чтобы все-таки оставление детей, лишение материнства было самой крайней мерой. На форуме одним из предложений стало усиление поддержки для детей и семьи участников специальной военной операции, погибших или получивших инвалидность первой группы в ходе боевых действий. Более расширять, увеличивать такие меры поддержки, с тем, чтобы мужчина, воюющий на фронте, знал, что бы с ним ни случилось, мой ребенок останется с жильем, потому что я свою жизнь за Родину отдаю. И когда встречаешься с ребятами там, на фронте, что ты можешь им сказать? Ты можешь сказать, что мы возьмем на себя заботу о детях. И не такую, когда он учится, мы там выделяем меры поддержки, там питание, бесплатный спорт, там проезд на машинах, значит, да. А что главное всегда было? Это будущее детей, квартира. С тем, чтобы он мог создать семью. Мария Львова-Белова отметила, что главной задачей системы профилактики социального сиротства становится смещение фокуса замещающей семьи на кровную. Основная задача – сделать все, чтобы семья смогла справиться с кризисом, чтобы ребенок не попал в учреждение, чтобы все обошлось без разлучения. Да? Ну уж я не говорю про лишение ограничений в родительских правах. И как первый этап – это проведение с Российской инспекцией систем профилактики социального сиротства. Когда мы с командой выезжаем в регионы, смотрим, как устроена работа в регионах, даем первые рекомендации, и по итогу к 1 июня будет подготовлен доклад президенту уже с конкретными изменениями системы, с лучшими практиками, которые мы выявим в регионах, с рейтингом субъектов по этой теме. В рамках форума Мария Львова-Белова представила подробный доклад о целях и промежуточных результатах Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.